Здравствуйте. С большой радостью выступаю сегодня перед вами. Я хотела поговорить о качестве. Моя презентация состоит из двух частей. В первой части я буду говорить об определении качества по своему усмотрению, а во второй части мы познакомимся с другими взглядами на качество перевода, а также мы будем говорить о психологических особенностях, о том, что мешает улучшать качество устным переводчикам. Но перед этим я хотела бы объяснить, почему, на мой взгляд, я вправе говорить об этой теме. Меня зовут Светлана Брегман. Я уже почти 20 лет занимаюсь синхронным переводом. Я работала с английскими и украинскими языками на частном рынке для самых разных клиентов, у которых были особые требования и разные требования к разным мероприятиям и к переводу на них. И когда я думаю о том, кто я думаю так, я переводчик, поскольку я уже довольно давно занимаюсь переводом. Я думаю, что я часть коллектива. Я провожу много времени в кабине. И тут важно, являюсь ли я предвзятым или непредвзятым человеком, оценивающим качеством. И я самозванец. Самозванец, конечно же, это небольшая провокация с моей стороны. И в конце я хотела бы несколько поменять угол зрения на то, кем является переводчик, помимо трех перечисленных качеств. Качество. С одной стороны, понятие относительное. Это некий ряд критериев, принятый в некотором сообществе. Для того, чтобы получить работу, нужно выполнить качество, требования качества. Для того, чтобы получить работу, для того, чтобы за работу заплатили, или для того, чтобы получить признание в профессиональной среде. Я расскажу вам небольшую историю, без имен. Я начала заниматься этой темой. Я нашла множество публикаций, научных исследований и так далее. И в основном речь шла об оценке качества в условиях университетского образования. И согласно этим исследованиям, кабина не является конвейером. Поэтому они утверждали, что как можно говорить о качестве, если кабина — это не конвейер. Если речь идет только о переводчиках, как о художниках, что переводчики, как художники, своеобразная элита. Ну, возможно, мне не повезло, что я вначале услышала именно такой взгляд, но я продолжала рассматривать разные точки зрения. И другие исследователи считают иначе. И я в свое время нашла этому подтверждение. Если говорить о качестве, то с этим феноменом обычно связаны три понятия. На мой взгляд, само собой разумеется, что есть длиннющий список. Возможно, все уважаемые организации, я их очень уважаю, часто обращаются к тем критериям, которые определяют качество. Стандарты приняты в определенных организациях под требования конкретное сообщество профессионалов в определенное время, в определенных обстоятельствах. А сегодня реальность резко изменяется. Миропорядок меняется, и это повлияет на профессию. И очень часто качество страдает из-за неблагоприятных внешних обстоятельств. Экономический спад, конкуренция, сокращение занятости.
Мне было важно, чтобы мы не обошли вниманием качество именно работы в кабине. Сейчас я обращусь к золотым правилам синхронного перевода, известный источник Роберт Джонс. Это его учебник Conference Interpreter Explained. Это синхронный перевод, подробное пояснение. Что касается обеспечения качества синхронного перевода, то были выработаны определенные требования на основе образовательных программ в основном. Перевод служит облегчению коммуникации между носителями разных языков. И для меня это ключевое понятие, от которого я отталкиваюсь в объяснении и дальнейших критериях. Переводчики работают в кабинах, за кадром, и благодаря им происходит коммуникация на разных языках. Качество работы переводчика влияет на эффективность коммуникации участников конференции в целом. Еще совсем недавно в литературе рассматривалось понятие оценивания качества при обучении устных переводчиков. Мне кажется, уместно говорить о длительном повышении квалификации. Получается, что учиться необходимо всю жизнь. Необходимо оценивать качество перевода. Причем как в университете, как в условиях обучения, так и для действующих уже переводчиков. Что касается работы профессионалов, мне кажется, стоит планировать обеспечение качества переводческих услуг. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что дело это очень непростое. Особенно, когда речь идет уже о рабочих переводчиках. Поскольку оценивание — это не просто поставить кому-то оценку или отметку. На данной конференции идет эксперимент. Мы пытаемся нащупать лучший способ давать обратную связь своим коллегам. С какими же трудностями сталкиваются те, кто оценивают качество перевода? В отличие от письменного перевода, здесь нет какого-то письменного источника, с которым можно свериться или сравнить, который можно покритиковать или, наоборот, похвалить. Работа устного переводчика эфемерна. Конференция завершается или встреча завершается, и после этого не остается письменного источника. Остается только впечатление, послевкусие, которые остаются в аудитории после того, как они слушают перевод. Так что обеспечение качества и оценка качества становятся очень трудным делом. Однако сегодня, когда мир массово переходит в форматы онлайн, устный перевод более подвержен длительному впечатлению. Сейчас многое записывается, многое транслируется в интернете, в открытом доступе. Получается, что перевод увековечивается, он утратил свою эфемерную сущность. Вопрос качества и оценки качества выходит на авансцену. Я не буду сейчас говорить об экзаменах для переводчиков, или о собеседованиях, или о конкурсах, поскольку в данном случае вырабатываются свои критерии, которые необходимо удовлетворить. Нет, я хотела поговорить о другом. Я хотела поговорить о другом взгляде, о ряде взглядов на самом деле. Взгляд изнутри кабины. В частности, о самооценке переводчика, о том, как переводчик самостоятельно оценивает свою работу. Безусловно, это дело сложное, особенно прямо во время конференции, такой, как у нас сейчас, например, идет.
Главное — понять, как оценивать и что подлежит оценке. Как только мы поймем это, мы можем найти какую-то точку опоры в этом эфемерном пространстве перевода. Чаще всего сравнивают оригинал и перевод. Это распространенная практика. Мы привыкли сравнивать две вещи. В данном случае оригинал и перевод. Но я предлагаю иной подход. Давайте подумаем о клиенте, о слушателе или о работодателе, об аудитории в целом. О том, что человек на самом деле не способен сравнить перевод с оригиналом, но способен оценить перевод, который идет в микрофон. Итак, я предлагаю следующие точки зрения. С точки зрения клиента, что он способен оценить? И тут мы должны понимать, что клиент — это тот, кто получает продукт перевода, и ему нужно понять, насколько здесь сложная когнитивная составляющая, насколько ему сложно понять этот перевод. Были ли тут какие-то дополнительные непонятные вещи, которые он услышал в переводе. И он пытается понять и оценить, был ли здесь чрезмерный поток коммуникативной информации и насколько это было задумано докладчиком. Если мы поговорим о работодателе и попробуем понять, что же он оценивает, мне кажется, что те вещи, которые перечислю, это то, на что чаще всего работодатель обращает внимание. Например, насколько он выполняет свои обязанности, например, прописанные в контракте. Также он пытается понять и оценить, довольны ли участники события и не было ли случайно каких-либо жалоб. А также он пытается понять, был ли докладчик удовлетворен работой переводчика, то есть был ли перевод наивысшего качества. И в основе понять, получили ли они то, что они ожидали. И если мы поговорим еще одного угла, а именно это коллега по кабинке, то есть тот коллега, с которым с вами делит одну кабину, здесь есть следующие критерии. Например, целостность контента, насколько единообразна была терминология, которая была применена. И это очень важно для выбора того или иного термина в переводе. Какой был применен стиль подачи? И, конечно, я бы добавила, это такой субъективный критерий, но очень важный для коллеги по кабине, и это надежность. Я здесь не буду объяснять в деталях, но это другой разговор. Также еще один угол обзора, на который было бы неплохо взглянуть, и это как переводчик сам оценивает свой труд, свою работу. Возможно, вы подумаете, что я просто продублировала информацию с предыдущего сайта, но и три критерия повторяются. То есть это целостность контента, это единообразие в терминологии, в подаче. Но последний пункт отличается, и он отличается для самого переводчика, а он о том, насколько он доволен своей работой в кабине. И это очень отличающийся критерий, о котором нужно понимать. И очень сложно понимать, когда ты совсем не в той лодке и пытаешься понять, как же ты сам выступил. И тут
мы видим много критериев, и тут есть такая ловушка, которую я бы назвала синдром самозванца. И тут начинается вторая часть моей презентации, в которой я хотела бы поговорить о синдроме самозванца в синхронном переводе. Это такой феномен психологический, который часто встречается в работе. И симптомы, которые там встречаются, такие как принадлежность или и другие. Я не являюсь тем человеком, который открыл эти синдромы. Это была Полина Кленц в 1970 году. Но они попытались соотнести эти симптомы с синхронным переводом. И эти симптомы могут привести к депрессии. И они очень часто встречаются среди тех коллег, с которыми я знакома. И эти люди хотят много получить от перевода, то есть или просто делать что-то на удачу. Возможно, также такие люди не могут оценить те достоинства, которые достоинства и, собственно, достижения, которых они получили. И также это все способствует чувству небезопасности. И также это в значительной степени влияет на ваш перевод. И я верю искренне, что имена самозванцев с таким синдромом вполне могут быть узнаваемы. И когда человек может понять, победа это или поражение. И давайте сейчас посмотрим на них. Я основываюсь тут на классификации психологии. Один из них был предложен психологом. И я предлагаю свою версию, которая может быть применима к переводчикам. Итак, что я выделю? 5 различных синдромов самозванцев. Я попробую дать им характеристику и также предоставлю некоторые пути разрешения данных проблем, такое лечение, так скажем. Итак, первый — перфекционист. Я через несколько секунд объясню все из них. Я также придумала все имена, наименования для данных самозванцев. Второй тип — это черный пояс. Третий — это такая звезда. Или на немецком — сверхчеловек. Следующий — одинокий волк. И последний — такой самородок. И я бы хотела, чтобы мы получили общее понимание, что каждый из этих типов наименований значит сам по себе. Итак, перфекционист. Это очень частый тип, встречающийся среди данных синдромов самозванца. Также эти люди очень любят ставить большие цели для себя. Они очень сильно готовятся от утра до вечера. Все энциклопедии прочитаны, все глоссарии проверены от корки до корки. И это также занимает много времени для них. И здесь мы можем увидеть те потери, которые никак нельзя избежать. Например, это самокоррекция. Эти люди пытаются превзойти самих себя. Я слышала, когда такие люди перечисляют несколько разных терминологий, определений для одного и того же слова. И также они создают такое
впечатление у клиента, которое способствует какому-то сомнению. И также эти люди теряют качество. И потом начинается такое самобичевание. Мне нужно прочитать было больше книг, наверное, книгу спикера надо было сказать, наверное, в следующий раз я сделаю лучше. То есть просто ругают сами себя. Они анализируют и анализируют, что же не так пошло. Они не понимают, что такое успех и как же им наслаждаться. Каждый раз они думают, что «ах, мог сделать лучше». И, собственно говоря, ругают себя за это. И что я предлагаю? Следующие советы. Итак, просто живите этим днем, наслаждайтесь моментом. Ошибки — это неотъемлемая часть многих внешних факторов. И получите лингвистические образования. Возможно, вы поймете многие другие вещи, которые подразумевают собой перевод. И это также вам поможет чувствовать себя более безопасным, более уверенным в себе. Не бойтесь узнать терминологию. Также попробуйте радоваться каждому маленькому удачному решению. Извините, я очень извиняюсь за вмешательство, но времени осталось очень мало, только 5 минут. Я попытаюсь. Далее, черный пояс. Я так назвала этот подвид. Они ожидают от себя все знания, поскольку иначе они себя заругают. Что главная компетенция переводчика — это эрудиция. Они очень боятся оказаться некомпетентными. Как правило, они проходят бесконечные тренинги, вебинары, добывают диплом за дипломом. Безусловно, я не против саморазвития, особенно профессионального развития. Но черные пояса на самом деле никогда не верят до конца, что они обладают достаточной квалификацией. Они не задают вопросов из-за боязни показаться глупыми, а потом молча страдают из-за неопределенности. У них есть некоторые предположения, которые могут не оправдаться. Какие потери? Эти люди могут стать настоящими экспертами, но они могут недоработать по контексту, поскольку они боятся задавать вопросы. Они также могут не признавать своей вины. Иногда они могут показаться на самом деле очень высокомерными и очень надменными. А в кабине они ни за что и никогда не будут пользоваться глоссарием своего коллеги. Мои советы таким людям. В незнании нет ничего стыдного, нужно просто спрашивать. Идем дальше. Следующий вид синдрома самозванца. Звезда, как я его называю, или сверхчеловек. Качество измеряется определенными показателями, и этот сверхчеловек хочет добиться наилучших результатов из возможностей. Хобби, увлечения — все это зря. 100% времени надо вкладывать в работу. Это, конечно, трудоголики. А какие потери? Эти люди не умеют отказываться от работы, соглашаются на плохие условия, очень часто работают на износ, и тем самым качество их работы падает катастрофически. Что делать? Какие советы? Ну, не столько совет, сколько главная мысль. Нужно обладать глубоким пониманием услуг, которые вы оказываете, поскольку
Если у вас 22 рабочих дня, и вы работаете на износ, не лучше ли вам работать меньше за большие деньги? Для этого нужна базовая финансовая грамотность. Следующее. Волк-одиночка. Это те, кто работают соло. Спорили ли вы когда-нибудь с коллегами о том, стоит ли брать соло-перевод, например, целый день на 8 часов? Да, эти люди способны переводить сами. Даже сложные вещи. И дело не в деньгах. Они просто пытаются доказать сами себе, что они достойны этого. Но это также работа на износ. Главная потеря, сейчас вы видите их на слайде, эти люди не обращаются за помощью, потому что они думают, что это стыдно. И следующие переводчики уже, возможно, не смогут убедить клиента, который будет по незнанию настаивать на том, что перевод необходимо выполнять одному. Из-за когнитивной нагрузки одинокий волк может даже не заметить ошибки. Если вы относитесь к этому типу, помните, что людям иногда требуется помощь. И профессиональное сообщество в Украине существует, пускай неоднородное, но у вас точно найдется своя стая. Никто вас не будет осуждать, особенно если вы обратитесь за помощью к коллегам. Все сомневаются в себе. Обращайтесь за помощью. И так вы лучше познакомитесь с коллегами, вы лучше узнаете себя, и вы можете внести свой вклад в общее дело. Следующий тип — самородок. Этим людям очень важны достижения, причем количество времени. Чем быстрее человеку удается выполнить задуманное, тем успешнее самородок считает этот человек является. Поскольку они считают, что если у человека есть природная способность, то надо ее использовать. Какие потери? Обычно эти люди обладают навыком, но они могут не хотеть вкладывать большое количество труда в проект. Если человек слишком сильно вкладывается в что-то, его начинают подозревать в том, что он самозванец, начинается прокрастинация, вечное откладывание проекта. Тоже, кстати, очень характерное проявление синдрома самозванца. И в конечном итоге человек чувствует себя совершенно неквалифицированным. Какие советы? Всему свое время. Двигаться маленькими шагами к большой теме. Просто признайте это. Навык требуется оттачивать все время. Невозможно полагаться только на природные способности. Поскольку времени мало, я сразу перейду к выводам. Я считаю, что разные факторы влияют на синдром самозванца. Воспитание, школьные годы и т.д. и т.п. Этот синдром не связан с тем, что другие люди обнаружат ваше качество работы. Дело в другом. Дело в восприятии успеха вас как переводчика. Есть разные критерии. Помните, естественно сомневаться в себе, особенно тогда, когда у вас что-то не получилось. Но важно, чтобы эти мысли не мешали вам. Иначе вам может не хватить храбрости воспользоваться новыми возможностями, которые появятся у вас на пути. Вы должны получать удовольствие от своей работы. Вас нанимают, поскольку вы нужны клиенту. Клиент считает, что вы достойны, что вы соответствуете критериям качества клиента. Такое подкрепление является хорошим подспорьем для всех, кто испытывает трудности в профессии. Это помогает выйти на новый уровень.
И у меня есть главная мысль про осознанность. Чтобы вы понимали, почему вы поступаете так, как вы поступаете. И это пойдет на пользу качеству вашей работы. Поэтому, когда вы говорите о себе как переводчике, вы можете говорить о том, что я переводчик, и я так себя определяю. Я знаю, какие требования к моей профессии. Это стимул расширять горизонты, знания и оттачивать те области, которые, и навыки, которые нужны именно нужны. И также быть переводчиком означает стремиться к большему. Это подталкивает вас к тому, чтобы вам было комфортно в кабине. Даже несмотря на то, что кабина там за стеклом, где-то в дальней части зала. Благодарю вас. Спасибо, Светлана. Очень вдохновляет. Особенно классификация самозванцев. Мне кажется, едва ли не каждый человек чувствовал себя самозванцем. К сожалению, времени на вопросы у нас не осталось.